Уютные рыбные ресторанчики. Вот вечерком тут посидеть. Приедем, рыбки покушаем. Всякой свеженькой. На улице жарко, но такая прохлада от реки идет. Обалдеть. Я думаю, что надо потрогать воду, конечно. Думаю, что она прохладненькая. Красиво, не правда ли, друзья? Все только вот для вас. Эксклюзивные кадры, эксклюзивное видео. Ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями, оставляем комментарии. Задаем вопросы. Все расскажем, все покажем. Пригнись, эту кукушку снесет. Пригнись. Низколетящий мост. Все, садись. Ага, садись. Охереть. Это он сейчас ударится, скажи ему сзади. Воу! 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 Не, чуть бошку не отбил. Сердце. Вот это да. Спасли чувака. Ага, вот это да. А ну встань. А ну встань. Ну да? Охереть. Чувака чуть не снесли. Это прикол. Спас чувака. Все, с него это вот. Поляна, как видим. Вот это да. А это что за кокоду? Ух ты. Вот это да. Вот это да. Ага, спрятал. Вот так вот, да. Ага, спрятал. Вот это да. Тёщин мост. Тёщин мост. Ниагара отдыхает, не в Москве сегодня. И Виктория. Или какие-то. О, видно, пошла вода, смотри, переливается. А? Купать, ты хотел купаться. А, да, смотри, как летнюю площадку заливает. Вот где пошла вода. Смотри. Ну да, вон это же ступеньки. Летняя площадка. Обалдеть. Когда уже... А что бы мне сделать выше? Зачем? И такого никогда не было. Было. Ну так и зачем выше? Летом, размоет. Летом она прямо в воде. Ну, над водой. Но это же паводок весенний. Сейчас самое время таяния снегов. В мае снега тает? Да. Высота гора. Да, все вышло с берегов, везде. Залило все площадки. Река явно вышла из берегов.
вот Мановгатик. Я не понял, что там еще за один Лео Ди Каприо пристроился? А Машка где, на коленях стоит, что ли? Тебя пищат. А где Селин Дион? Кто петь будет? Ну? Спой, птичка. Девочки, кто Селин Дион будет сегодня? Не? Ага. Девочки сегодня не в голосе. Передает. Все, уходим. Да. Thank you. Thank you, шеф. Very good. Very good. Да, все, погнали. Снова встречают. Ого. О, встречают шефы. Шефы. Здрасте. Здрасте. Да. Снова хап. Ну что, друзья, заканчивается наш отдых, наша поездка на съемки. Последний крайний завтрак на этой неделе. Завтра уже будем дома. Для поэтому... начала бы поздравил наших зрителей с 1 мая, день международной солидарности трудящихся, дорогие друзья. 1 мая, я да. Я не знаю, если, 1 мая у нас праздничный день еще. А трудящиеся смотрят мой канал, интересно? То я уже запутался. Да. А с чем поздравлять трудящихся? С тем, что они трудятся? Нет, сегодня праздничный выходной день. А, у кого? Весенний, солнечный. У кого это праздничный день выходной? А, у тебя? Ну, да. Понятно. Так, мы, короче, по-скромному уже привыкаем к украинской кухне. Так, что тут? Сыр брынза, сулугуни, картошечка, тосты с колбаской, паштет из маслин, нарезка из маслин, лучок, зелень, сочек, омлет, колбаска, все. Дорогие в принципе, друзья, тот завтрак, который у нас дома. Хочу вам пожаловаться, да? Но я не успеваю прям следить за ценами на цибулю рыбчатую Украина, желтую. Уезжал, улетали в Дубай, цена килограмма была 22 гривны, прилетели 35. Я думал, ну все, это край, это предел. Сейчас смотрим 45, 50, дорогие друзья. Но зато один положительный момент. Решена проблема с подарками и с сувенирами. Да. Берем мешок лука и все. Нифига себе мешок, килограмма хватит. Да. Каждому по луковице, как Буратино. Страна Буратино. И все довольны, все смеются. И как девушки говорят, люблю, когда от него хорошо пахнет. Теперь можно духаться луком. Ну, натерся и пошел. Это очень дорого. Они оценят? Да, ну, дорого пахнет. Кто же может купить килограмм лука? А еще если бензином пшикнуться, то это вообще... Ой, вышли из кондиционера и едем, едем, едем. Легкие края. Ой. У меня есть. Thank you.
наш домик, наше жилище. Прокат всего, машины, велосипеды, квадроциклы, электромопеды, что хочешь, бумеры, самолеты, вертолеты. Еще нет. Ага. Нас напали. Ага. Эй, догоняй, догоняй, уходим. Вот так ездим тут без крыши. Машина без крыши. Как так можно, а? Вообще без ничего машина. Я вообще задом наперед бегу. Спасибо. Босфорус. Долгий путь. Идем кушать, пить. Вчера, 30 апреля, этого всего еще не было. Это навезли ростки, пальмы, бамбук какой-то и тому подобное. Вот за ночь нанесли цветы, все в горшках. Это все будет зеленое. Зеленая, пахнущая, цветущая и доставляющая удовольствие. Вот это да. Давай, едешь? Так, я такси на Дубровку. Ногами тут как и тупая, никто не ходит. Все ездят. Напылили, зараза. Средиземное море. А тут гудёшь. Майовка турком отвечает. Улыбаются, машут. Ага, спасибо.